А по-русскому было два упражнения, а здесь одно. Да ты знаешь, кто я? Да у меня самая лучшая домашка в городе. Да у меня старшеклассники списывают. Ну уж точно, не за конфеты. Эх, Егорова, Егорова. Школьный отдел по борьбе с незаконным оборотом нелегальной домашки. Вы имеете право хранить молчание, но все, что вы скажете, будет использовано против вас в кабинете директора. Настроение не пустим на порог.